Ну вот, вот он магазинчик. Котором... Ну, это старый, у нас новенький, как будто бы. Манчестер. Манчестер нулевый. Вот здесь сразу аптека. Ну, как бы во всех магазинах аптека. Здесь вот что сейчас самое нужное, как бы летнее. Вот это, о, уже к школе, Надь. Уже к школе. Сейчас хотите, я вам скажу, сколько стоит у нас ребенка в школу собрать? Угу. Ручки. Цветные, гелевые, 4,24, $6 ручки. Но в основном они особо-то и не нужны. У нас, например, в школе столько ручек, фломастеры. Вот сколько стоят фломастеры цветные. Цены нет. А вот они, 2,44 фломастеры, маркеры, цветные маркеры. Так, что еще? Ну, это ручки, карандаши. 3,30 простые карандаши. Вот здесь больше всего надо вот такие карандаши. 24 карандаша обычных, уже заточенные. 4,74. Ой, господи, господи, уронила. Потрогаю, уронила. Сюда кину. Так, ножницы 4,48. Цветная бумага 5,88. Смотрите, какая пачка. Клей. Три клея 2,88. Ну, клей у нас в школах есть. У нас, кстати, есть все. Пенальчики. $10 пеналы. Вон такие крутые есть. На любой вкус. Кому что нравится. Радуга. Вот это. О, вот это хорошее. Я думаю, многие это будут покупать. $5 всего. Все это с кошечкой. Ой, так, что здесь еще? Это после снак уже. А это ланчбаксы. А, пеналы. Пеналы. Пеналы, я думаю. Это для офиса. Для офиса органайзер. 5,22. Чтобы на столе сделать ребенка аккуратненько. Доска такая, что-нибудь писать. Ой, вакуум, маленький пылесосик на столе, чтобы пылесосить. Органайзеры всякие, очень много всяких мелочей здесь в Walmart'е. Тут в Walmart'е можно прийти и не вылазить из этого магазина. Замки на клазеты, на эти, на шкафчики. Это, ну, огромные. Или спортзал. 5,47. 5,97. Бумажки. Вот они, портфели разные. И с этими, с динозаврами. И Марио. И Человек-паук. Кого только нет. О, смотрите, как хорошо. Кошелечки, ой, ланчбакс, кошелечек. $25. О, какая красотища. Девки, небось, скоро придут чемодан выбирать себе. Ой, много всего школьного. Вот интересненький. Еще всякие эти дополнительные ложи. О, да господи. Разные цвета. $28. Такой же строгий. Поло. Прозрачный. Я по универке был. Прозрачный. На колесиках. Первый класс, она когда пошла. Боже, все с ума сходили, как у нее красивый был портфель у Иренки в школе. Тетради. $1,68. Так, это уже спиральная такая. Там сколько тетради? 5, наверное. 2, 4, 5. 6,98. Разных цветов тетради. Вот это по 45 центов тетрадочки. Разные цвета. Так, это календари. Вот это красивые уже тетрадки такие.
Ну, они как, там уже по месяцам, как плен какой-то. Так, плейлинг, календарь, тетрадь, календарь, писать, что? Свое расписание. Ой, я уж покупала, думала, сейчас куплю и буду как вязать себе план. Прям ничего не писала. Ничего не писала. Это бутылочки для воды деткам. Это вот, чтобы в холодильник ложить, если они ланч носят, в холодильник положить, замерзло, и в ланчбак, чтобы еда была более свежая. Стаканчики разные. Такой прикольный ланчбак. У меня такой тоже есть. Такой похожий. Вот так, смотрите, какой ланч можно деткам собирать. Классно, да? Пакетики, сразу санитайзеры, мыло. Вот так вот. Это деткам школы. Смотрите, еще, пожалуйста, тетради, байндеры, листья. Вот, в клеточку и в полосочку. В клеточку, кстати, по-моему, первый раз я вижу. 100 лет не видела. Сам в полосочку. Так, байндеры по 4,12. Большие 7,64. Немножко качество не получше. Вот цветные байдеры. Нет, это старайся просто. А, нет, это такие просто листочки. Так, ну все, пойдемте вон, пожалуйста, с грибами есть. Это пакет, как пакет, как конверт. Ну ладно, пойдемте найдем искать. Так, вот шорты продают здесь. Я помню, довольно-таки хорошего качества. Смотрите, какой. Спортивный бра. Штанишки хорошие. О, я люблю вот такие клешастые. Клешастые. С карманом. $15. Бо, отличные какие. Прям маленькие ростом. Ну, вот сейчас как клешастые. Видите, они книзу. Мне нравятся. Так, очки есть. Пожалуйста, хочешь выбрать очки? Возьми, здесь вот здесь есть зеркальце, чтобы посмотреть, как тебе. Ну, спортивная одежда здесь неплохого качества, я вам скажу. Вот всякие бриджи, шорты неплохие. Платья. Не мое. Вот скидки. Всегда есть какая-то секция. Уже это джинсы. Секция. И в каждой секции стоит одна вешалка со скидками. На скидку. Вот брюки были $26. Сейчас они $3. Отлично. Но здесь вот платье было 18-19, а сейчас 50% только. Так, по $3 я больше не вижу. Ух, какие громадятины. Ой, какое платьишко-то миленькое, веселенькое. Это Женика Симпсон. Хорошенькая для девочки, молоденькая. А вот тоже Джессика Симпсон. Вот это, кстати, неплохое на лето. Только такое ощущение. Птички положить некуда. Полоска. Мои любимые полосатые рубашки. Эти футболки, обожаю полоску. Так, цены. $12. Смотрите. Качество очень даже хорошее. Футболочка. Так на лето сейчас. Простая хэбэшка. Отлично. А это сколько стоит? $10. 9,98. Брюки 14,98. Джинсы. Ой, мягенькие. $15. Нормальные скидки. Ой, какое платьишко прикольное. А у кого фигурка такая? Хорошая, классная. О, $30.
какая-то. Джинсовый джакет. Сколько стоит? Сколько стоит джинсовый джакет? Чуть я цены не вижу. Не видно цены. А, он должно быть наклеен где-то. Нет, найду. Не, ага, нашла. $32. Люблю джинсовые. Ой, какая. Ой, какое хорошенькое платьишко. Качество обалденное, я вам скажу. $17, 698. Боже, какая прелесть. Экстра смол. Прям шикарное. Качество хорошее. Нежное-нежное. Это Симпсон. Прям калифорнийский стиль. Огромные штаны какие. Ух, для крупных женщин. Это диснеевская. Я помню, один раз накупила футболок по $2, по доллару ли даже. Вот тоже вот так вот. Вот такие диснеевские, мультяшные. Тут компания, кстати. Нежные цвета, такие расцветки яркие, красивые. Ва, смотрите, даже есть шорты. Такие же шорты, такая рубашка. Представляете, на пляж. Отлично. Сколько стоит, интересно? Вот на отдыхе 16,98. А, все отдельно. Ну, это дороговато, конечно. Этот на пляж. 14,98. Яркая. Купальники уже на клиренс, на скидке. Смотрите, $4 низ. Сколько вверх стоит? Сейчас. Здесь, кстати, так интересно подбираешь, какой тебе 14. Но это не на скидке. Только низ. А, вот. Да, есть верх. Подбирай как хочешь. Что с чем-то? $7. Можешь купить такие трусы. Такие трусы можешь взять. И такой лифчик. Как ты подберешь себе, как тебе нравится. Нормально, $7 купальник купить. Отлично, думаю. Так, я помню, мы здесь купили купальники черные. Такие классные. Вот это тоже моделька такая прикольная, да? Смотрите, как впереди сделано красиво. Чашечки крупные. $20, все, довольствие. А я вон в Месси схожу. Там по $200 купальники. Вот зелененький, смотрите, какой хорошенький. В бассейне-то хлористом купаться, какая разница, в чем? Что столько стоит? $27. Ой, какой веселенький, смотрите. Хорош купальничек. Сколько стоит? Сейчас скажу. 26,98. Я думаю, очень даже красиво. Ой, смотрите, сколько здесь купальников-то. Милостливый. Ну, вот юбочки на купальничек. Стесняетесь? Вот вверх. О, у меня, кстати, я купила такие две кофты. Потому что, когда мы, помню, когда еще ездишь в феврале на Карибин, это не так. Не такое сильное солнце, но не такое, как, например, ты поедешь сейчас. Я купила такие кофты специальные от солнца, чтобы не загорало. Ой, ну все, Надюху ищу. Так, Надюх не нашла, но подошла к своему любимому месту, к пижамам. Смотрите, пижама. 16,98. Качество вот это обалденное. Нежные-нежные. Штаны с кофточкой. Они смотрятся, в них вот даже дома ходить. О, у меня вот такая точно есть. Точно такая же есть. Но я ее покупала в Victoria's Secret. Похоже, ну, я думаю, похоже. Не я по мне Иринка дарила. О, ай, штаны. Смотрите, какие расцветочки разные.
Вот, пожалуйста, хотите сорочки? Ну, я не люблю сорочки. Я не люблю, я люблю пижамы, люблю штанишки. Или коротенькие, или длинные. И вверх. А пижамы, эти сорочки не люблю. Вот смотрите, сколько еще длинные сорочки такие. Запутаешься, нафиг. Разных размеров, разных сортов, цветов. Вот. Это на очень полных женщин. Очень удобно. Качество к телу очень приятное. 11,98. Смотрите, пижамочки нежные-нежные. Разные цвета, расцветки. О, какие штанишки сделаны, как. На резиночке внизу. Прикольно, у меня таких нет. На резиночке у меня таких нет. Это как маечка. Вверх вот маечки есть. Шортики такие. Ой, какое нежное качество, ребят. Вообще. Прям нежнющее. А это видно с коротенькими штанишками. Или вообще... А, да, с коротенькими точно. Сзади висят. Коротенькие. Мне нравится, кстати, больше коротенькие. Лето. Зимой, конечно, у меня с длинными. С штанами с длинными. Прикольно всякие. Хакуна Матата. Ух, это вы видите теплые штанишки? Это подростки у нас любят, тинейджеры. А вот тут продукты. Так, Надюк, так я и не вижу. Так, сейчас я вам покажу цены на продукты. А, вот соусы. Некоторые в дорогу, например, едут, куда соусы надо. Оба по доллару взял. Разные-разные. Ну, сколько соусов. Или даже попробовать. Хочешь? О, я попробую. Я не знаю, понравится мне, не понравится. А, чтобы брать большую бутылку. Дай-ка попробую. Выберу, какой мне лучше вкус нравится. Я соусы не особо любитель. Волонтеры какие-то ходят. Ну вот, давайте я вам сейчас покажу цены на ягоды. Так, blueberry 2,77. Такая вот коробочка. А вот такая большая уже 3,94. Малина 5 долларов, 4,96. Blackberry 5,24. Такая коробочка панцис. Сейчас посмотрим. Здесь всегда черешня. О, клубника. О, черешни уже нет. Клубника. Доллар 58. Маленькая баночка. Это 2,24. Огромная 4,32. Черешня. Черри рыб 2,98, окей. Но зачем она такая уже не очень хорошая? 2,98, она была 5,90. Я возьму сейчас. Это я по 7 долларов ее брала. Она уже не очень качественная, конечно. Но я выберу. Знаете что? Последний черешня. 3 пакетика сейчас возьму. 2,98. Вау. Что еще? Так, огурцы. 64 цента один вот такой огурец. Лук. Новый лук уже свежий. Доллар 78. Перцы 86 долларов. О, 86 центов фаунд. Окей. А, вот черешня. Доллар 98. Помидор. Корм 33 цента один. Один корм 33 цента. Так, яблоки. Доллар 37 красный. Доллар 67 зеленый. Черешню хочу посмотреть другую. У меня сейчас сезон черешни. А, там. Поэтому. Так, дыня. Одна дынька. 2,98. Такая вот небольшая. Грейпфрут. Доллар 38 паунд. Так, сейчас. Вот эти вот помидорки. По 98 центов паунд. А вот эти, которые на палочке, с веточками, доллар 98.
Вот этот зверь, Dragon Fruit, 4,97, он огромный. И я не нравится. Что еще здесь у нас? Помидоры, огромные помидорки, 3,98, вот эти три огромные помидорки. Я чаще всего беру вот или такие, или вот такую упаковочку возьму, потому что много помидор мы не едим. И плюс я всегда беру мелкие для салата. Я вот эти люблю помидоры. Вот эти мелкие помидоры. Авокадо. 3,46 упаковочка. Там вот эта маленькая упаковка, это большая упаковка. Так, картошка интересует. 3,98 картошка. 5 паундов. Цена на капусту. Новая свежая капуста. 68 центов. Свеколочка нулевая. Еще песочек на ней. 98. Вот такой вот. Ой, три вот таких свеколочки. 98 центов. Редиска. Пучочек редиски. $1.37. Силантро. 68 центов. Брокколи. Паунд. 450 грамм, $1.58. А, так, что еще вам сказать? Цены. Вот три перца, $2.88. Мелкие перцы, $2.88. Это мексиканские, по-моему, хабанеро, это поблако. Мексиканцы готовят. Вот эти вкусные перцы мне нравятся. Эти вкусные очень перцы. Это паунд. Это плейн. $1.58. $2.98 аспарагус. 4 кукурузины. $2.98. $1.38. Вот такой вот пакетик морковки мелкой. Огромный пакет. $3.98. Вот эти моркови. Морковь, по-моему, сейчас самая дешевая здесь. Сельдерей 2,78 уже с этим. А этот просто, это уже обрезанный весь, он просто палочки. $1.97 пакетик органических огурчиков. Один огурчик 98 английский. Рудба, я не знаю, что по-русски. 4,74. Салатик. Такой айсберг. $1.94. 3,18. Вот этот салат мне очень нравится. Мне его люблю. Грибочек уже порезанный. $1.78. 1 паунд. Это... А, это паунд. А здесь сколько? А здесь 8 четверть паунда. Есть, пожалуйста, вот уже сухой, честнее, тут силантро, базилик, парслей, как это называется-то, господи, забыла. Вот овощи какие есть порезанные, зеленый лук есть порезанный, морковка, с чем она здесь, морковка, лук, морковка, сельдерей, здесь перец. Некогда резать, они купили, пух, все скинули. Вот упаковки салатов. Я вот эти салаты люблю. Листья такие прикольные, видите, большие листья. И когда на тарелку ложишь, красивые. 4,48 упаковка. Шпинат. Вот упаковка органического шпината. 4,98. Вижу. Кстати, руку в последнее время я не особо люблю. А, вот она, моя рука. 2,98. Я тоже люблю. Так, у меня салаты дома есть. Вот тут в пакетиках. Вот тут уже готовый салат. Берешь, высыпаешь. Там есть уже соус и какие-то наполнители. Орешки. Все. А вот, пожалуйста, идешь на работу, например, блин, ничего не купила. Взяла 2,97.
салат. Здесь индейка, бекон, индейка, яичко, дрессинг, салатик. Все есть. Салатики 2,90, 2,97. Грэнбери, волнат, разный сорт. Шеф-салат. Кстати, популярный. Разобрали. Это салат мексиканский. Санта-Фе, салат с курицей. Возьмем $3. Хороший ланч. А тут уже большой салатик. Большой. $5.34. Сизер салат, по-моему, самый популярный здесь. Кстати, вот этим надо купить. 2,68. Сделать спринг-ролс. А это вот для этих пельменей. О, это уже есть пельмени. Дамплинс. Так, мне на... А, вообще-то я нашла. Есть еще холодильники. 2,98, вот, пожалуйста. 100% авокадо. Гуакамоле. Вот оно, авокадо. Гуакамоле. Я не люблю почему-то. Я только авокадо люблю. Вот эти мне очень нравятся. Свежие, которые в холодильниках. 378 салса. Вот маленькая. Здесь прям фреш. Смотри, цвет какой красивый. Не так ничего резать. 3,18. Есть. А, так, это, наверное, мерим. Майт. А это прям хат. Это очень сильная. Всякие соки полезные, которые хранятся в холодильниках. Вот, пожалуйста, для детей снак в школу. Опа, положил. Микки Маус, эти крекеры, сырочек и яблочко. Классно. А вот еще есть. Тут конфетки есть, мармеладки. Как будто собачьи печеньки. Прикольно, смотрите, как будто собачьи печеньки там. Сырочек остался. Вот тоже детям снак. Колбасочка. Морковь, брокколи. 1,07. Вот это на скидку уже пошел снак. $1.71. Ну, еще дети в школу не ходят уже. Вот смотрите, какие фруктовые портафе. Парфейт. Стоит 13-12. Одинокий человек, когда живет, чтобы не покупать дым целую краску, желтую, зеленую, яблоки, такой. Ну, для меня дороговато, конечно. Как бы я лучше возьму целую. Ну, вот хороший тоже. Мама. По 38-45. Все, здесь полный фруктовый. Это салат. Что еще? Вот эти добавки для салат. Я, кстати, меня мой очень любит. Салат сделал, насыпал туда разные. Кстати, надолго хватает. Это семечки. Лесика. А есть бананный бред печь. А есть смуги делать бананы вкусные. Я одно время делала свои. Так, банан, цена 74 цента паунд. Это органические бананы. Органические. Они органические. Сейчас скажу, какая цена. 50 центов. Разница очень небольшая. Так, сейчас я вам хочу сказать, показать еще, сколько у нас стоит хлеб. Ну, смотрите, 4 маффина, блубери. 3,98. Ну, где-то $1. 1 маффин. Кейки 7,68. Печенье
2,98. Без разницы какой. Шоколадный, с белым шоколадом, с шоколадом молочным, отмел, сахарное печенье. Цена одна и та же. Так, это брауни. 4 кусочка брауни, 5,98. Вот видите, вот все, что вот с этой стороны, это цена 5,98. Что-то не хотела. Вот такое пироженка. Вот такое. Это все 5,98. Либо это бриошь. Это очень хороший. Я делала. Он 4,97, кстати, дешевле, чем я брала в других магазинах. А френч-тост сделать обалденно. Этот бриошь. Вот это вот здесь дорогие у нас хлеба. Как бы какие-то фирмы их пекут. Круассанчики. Так, а здесь вот тортики. Мороженое. Мороженый торт. Нейрка любит мороженый торт. Коконат я обвалила. Кинджинато. Мороженое, кейки. Цена дороговато. 18, вот этот огромный $30. Так что, макин с этим, как они называют, господи. Смотрите, какие печенюшечки, кейки маленькие. Донатсы, господи, донатсы. 5,97 такая упаковка. 3,97 6 донатсов. Вот они разные, кстати. Меня Масик любит. Донатсы. 5,98 огромные. 12 донатсов. Смотрите, такой батон стоит доллар. Доллар белый батон. Вот здесь уже друг подороже. Это без булочки. Так, хлеба. Вот эти хлеба подороже. Их тоже пекут. 3,98. Это пекут какие-то маленькие бейкеры здесь. 3,98. Вот такой хлеб. Хороший. Жесткий. Мой не любит жесткие хлеба, он любит мягкие. Такого не бери мне. Я беру, чтобы поздоровее для него. Он такой, не бери, они жесткие. Плюшки-ватрушки всякие, цены вы видите, да, за упаковочку вот это все. Так, морепродукты. Вот тут вот шримпы. Так, креветки. Разные эти размеры, готовые, не готовые. 10, 6, внизу 13, $14 почти. Цены нормальные. Вот этот, который красненький, они готовые. Вот такие серенькие, они сырые. Так. Я в цене, разницу в цене не вижу. Так, здесь вот креветки уже как коктейльные, вечеринки. Лабстер 21,78. Там два лабстер хвоста. Это клейм, улитки всякие. Улитки 8,98. 24 улитки здесь. Сверфиш стейк. $10. Он, наверное, плохо отсвечивает вот так, наверное. Такой хороший стейк. Вот это микс, сифуд микс. 9,40. Кальмары. О, кольца кальмаров. Смотрите. А это целый кальмар. А это тактопус, смотрите. 13,48. Там, ну, такой кусок, 227 грамм. Катфиш, наггетс еще. Что тут еще? Эти как их, раки. Раковое мяско. Вот они раки прям. Раки стоит 14,98 с Луизианы. А мяско вот это 7,98 хвосты. Так, рыбка. Так, это какая рыбка? Не знаю, какие-то рыбы. 16,84. Филейки.
огромный как бы выбор. Они будут показывать разную рыбу. Вау, рыба еще. Вот этот синенький, что цвет. Вот это знак Walmart. Поэтому ну, и подешевле всегда. Если берешь другую компанию, то оно будет подороже. Смотрите, какая соленая рыбка. Аж соль на ней. Октопус. 11,98. Цена уже готовый. Наверное, прогреть просто. Соленая рыбка. Тоже снайки. Крабовые палочки. Вот такие мне нравятся. Больше палочек. Как черненькая, 5,25. Вот три куска, 16,48. Вкусная рыбка. Селедка, рот не втянешь. Он белым соусом называется. Кому? Нет. Ты даже не думай. Ну все, сейчас последний. Покажу, это свежая рыба. Очень большая секция такая, свежая рыба, не замороженная. Свордфишу обожаю. Вот свордфиш я люблю. 10,98. Но на ней еще вот цена всегда стоит. Вот видите, вот 8,74. Вот эти два кусочка. Кстати, нормально. Мне нравится свордфиш. Это тюна. Тюна 7,14 вот за эту упаковочку. Тоже неплохо. Это сэмон. 8,54. Вот этот два кусочка. Потом вот это уже, это норвежская, Сундере Рипсона, видите, уже засоленная, со специями. Здесь вот целые такие огромные кусмарики. Цена 20-21. И вот порционные, хорошие. Это вот рыба, я не знаю, какая она, название этой рыбы. Здесь, кстати, большой ассортимент рыбы, вот рыба еще. Рыба с тилапией. Так, и целые тилапии. Так, фарш. Фарш. Вот это фарш. Лэм. Бизона. Бизон. Бизоновое мясо. Так, вот это 7,48. Папочка. Это хорошее. Это органическое. Органический фарш. Стейк от из чего? Небось лэм. Лэм тут кто? Барашкная? Барашкная. Вот это тоже маринованный барашек. С этим стейк 17,98. Это дорогое мясо. Так, фарш 80-20. 20% фарш. 16,48 упаковка, так и во всех магазинах. Стейки $33, 2 говядины. Вот один, это без косточки, 22,57. Вот это томагавк, посмотрите, какой $35. Громадязина какая-то. Вот это мягкое такое тендерлонка. Нежнейший, $95. Это дорогое мясо. Ребрышки. О, биф ребра. О, я люблю ребра. Знаете, журнал, как будто мяса вообще нет. Вот это как будто лучше смотрится. Прямо тушите. Фиаш. 17,40. Это дорогое такая. Я в ресторане подоработала. Бутерброды делать, шеф стейк будет стоить килограмма 5,98 паунд. Ой, бутерброды обалденные. Сейчас вам покажу, что я люблю мариновое мясо. Эти ребра. Обожаю. Ну, говяжьи ребра, не шортри, без кухни. Всегда в ресторанах, если есть это блюдо, я всегда заказываю. Так, ну вот, такая вот тут как-то гуляш, пожалуйста. Сутюну как-то гуляш, $10. А это бифчик. Я не знаю, что такое. Потроха какие-то. Что такое?
пушистый этот чип. Вот это, смотрите, там пушистый. Не знаю, я не понимаю, что это. Это тоже маленькая порция. Тоже еще. О, язык. Язык. Сейчас скажу, сколько язык стоит. Язык стоит 25,96. Сейчас цен, видите, 25. Хвост. Хвосты есть. Эти хвосты. Так, что еще сейчас я покажу? Дверь в мясной отдел. Всякие сосисочки. 3,93. С разными наполнителями. Есть перченые, есть сладкие итальянские. Есть сырами, есть просто такие маленькие. Это свининка. Свининка уже маринованная. Ну, такие кусочки очень классные. Мясо мне нравится отбить. О, смотрите, какая красота. Боже, аптек некроз. Да жирочка вот, с сальцом. Боже мой. Смотрите, какая красота. 9,91. Ой, я что-то подавилась. Вот любительница я мяса, да? Так, это вот уже фарш свиной. Он дешевле, 5,96. Это свининка. Свининка, свининка. А какую я свининку беру? А вот, пожалуйста, ножки поросячие. На холодец хотите? Вон они чистенькие. $6 уже разрезаны пополам. Вот такое мясо, вот видите, как наверху. Смотрите, 5, вот такое я беру, ну, чтобы костей не было. 3,97 паунд я беру на шашлычки. Я делаю с майонезиком, ой, с майонезиком, с уксусом. Так, а здесь уже идет индейкин фарш, 4,93 паунд. Это курица, курица, грудки, 5,33 паунд. Ну, они сейчас очень часто на скидку. Вот смотрите, две целые курицы, 13,56. Объешь столько куриц. Так, есть желудки, печенка. Да, печенка. А, нет, вот это ливер, а это сердце, что ли? Печенка и сердце, наверное, куриное. Еще. А это я беру, когда делаю чикен шницель. Беру, когда делаю. Нормальная цена. Я, кстати, когда в ресторане работала, часто в Марсе брала. Вот именно этот бренд. 13,42, вот как он находится. Ну и все, а здесь уже пошли всякие эти. Еда готовая. Вот, пожалуйста, вам. Не страдают, если у тебя Леоли продают. Ну ладно, ребята, так я вам показала. Вот сосиски. Очень огромный выбор сосисок. Вот это наши любимые. Вот эти мы едим. 8,87 стоит вкусные. Не мы, а мой Масик. Ну ладно, ребят, я думаю, мы все пойдем рассчитываться. Сладости уж показывать не буду. Сладости они... Вон сколько, смотрите, сколько сервелов у нас утренних, вот этих хлопьев, целые линии, разных. Сейчас я так расскажу. Они, кстати, не такие дешевые. $6-7. Очень дорого стоит. Хорошо, что мы их не любим. Всяких, каких только нет. Лакиша, ну так, по-моему, ну это вот огромный. У меня один мальчик мой любимый в этом. В школе. Ему нравится, я это купала ему. Ну так, так что вот не буду ходить, люди мешают. Вот столько. Это кофе на Starbucks. Кофе дороговатый. 12,50. В зернах вот это, наверное, да? Нет, уже молотое. Я не люблю молотый кофе, я люблю. Я люблю в зернах, люблю сама молоть. Ну ладно, ребят, если вас что-то интересует, спрашивайте, я вам сниму. Какие магазины, какие продукты. Теперь я буду в этом магазине работать. Буду знать все.